высока, однако важная вещь. Да, но, впрочем, так и быть должно. Это то, что называется политической экономией, распределением работ. Все равно каретник, ведь он же весь же экипаж делается, отдает и кузнецу, и обойщику. Ой, ночи не стало бы и жизни человеческой. Позвольте вам сделать один вопрос. Как поступали вы доселе, чтобы пустить в ход колоды, подкупить слуг не всегда можно. Они можно и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Делаем это иначе. Один раз мы поступили так. Приезжает на ярмарку наш агент, останавливается под именем купца в городском трактире. Ловки еще не успел нанять. И вьюки пока в комнате. Живет он в трактире и сдерживается. Если он ты в тут попадает, неизвестно куда, и заплативший. Хозяин шарит в комнате, видит, остался в трактире. Отколывает сто дюжин пар. Ах, и натурально перечас подан мне истинного подпорка. Пустили рублям дешевле, купцы расхватали в свои лапки. У помещика. Что? У помещика? Это дело тоже было поведено недурно. Не знаю, знаете ли вы, помещик Аркадий Андреевич Тердунов, богатейший человек, игру ведет отличную, честности беспримерной. Поползновению понимаете, никаких путей. За всем смотрит сам. Люди у него воспитаны, камергеры дом, дворец, деревня, сады. Все это по-английскому, по-простому. Он русский парень, в полном смысле слова. Мы живем уж там 3 дня, как приступить к делу, просто нет возможности. Наконец придумали. Thank you.
самого двора тройка. На телеге сидят молодцы. Свой этот кино как нельзя больше орёт песни и дулет во весь опор. На такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Подозеют, смеются и замечают, что из телеги что-то выпало. Подбегают, видят чемодан, кричат: «Остановись, убей! Только пыль осталась по всей дороге!» Развязали чемодан, видят белье, кое-какое платье, 200 рублей денег и 40 дюжин. Ну, натурально, денег не захотели отказаться. Карты пошли на барские столы. И на другой день вечеру все, и хозяин, и гости остались без копейки в кармане, и кончился бой.